На улицах Рязани настоящий аврал. По ночам на уборку и вывоз снега выходит больше 100 единиц спецтехники. Первые дни декабря были снежными, дальше осадков будет еще больше. Впрочем, ко всем изменениям коммунальные службы готовы, в зиму они входят во всеоружие. По вывозу снега уже поставлен рекорд. В период выпадения снега нашей задачей является не только ликвидация скользкости на проезжей части, но также вывоз снега. Работы выполняются в основном в ночное время, но и в дневное время на тех участках, где возможно выполнять, мы вывозим снег. За неделю вывезено более 20 тысяч кубометров снега. Все работы по уборке улиц Рязани от наледи и сугробов под пристальным взором специалистов ревизионно-контрольного управления. По части соблюдения правил благоустройства города у них сегодня есть все полномочия, в том числе и по выписыванию штрафов. За 8 дней декабря и за ноябрь уже в рамках профилактической работы мы выдали хозяйствующим субъектам более 3500 уведомлений о необходимости уборки прилегающих территорий. Провели более 2000 выездных обследований. По всем фактам выявленных нарушений мы выдали предписания с указанием сроков их исполнения. Радует то, что большинство хозяйствующих субъектов эти предписания выполнены. Привели свою прилегающую территорию в надлежащее состояние. Но есть и те, кто их не выполнил. К ним мы применили меры административного воздействия. Штраф за неисполнение предписаний для юридических лиц от 10 до 20 тысяч рублей. Мониторинг улиц и дворов сотрудники контрольно-аналитического управления проводят ежедневно, так что побыть в стороне в снегопад вряд ли у кого получится.